Машина времени и эликсир молодости в одном флаконе, вернее, процедуре. Лазерные технологии специалисты ставят едва ли не в один ряд с пластической хирургией. Скинуть груз времени с лица могут помочь сразу несколько методик. Но перед тем, как определиться, какая именно подходит вам, загляните к врачу-косметологу, потому что некоторые лазерные ритуалы красоты обладают серьезным эффектом. Начнем с самого популярного направления – лифтинга. Чаще всего это фракционные лазеры. Фракционные, то есть лазерный луч разделяется на несколько микролучей, которые глубоко проникают в кожу, и при этом вызываются очаги и повреждения здоровой кожи. За счет того, что остаются очаги здоровой кожи, у нас идет интенсивная выработка коллагена и эластина и минимальный реабилитационный период. Такие серьезные процедуры с глубоким проникновением лазера стоит оставить на холодное время года, осень и зиму. А вот некоторые можно делать даже летом, при условии, что не будете загорать. Есть еще лазерный пилинг. Более поверхностное лазерное воздействие, когда практически нет периода реабилитации, небольшое покраснение кожи, отшелушивание идет верхних мертвых слоев клеточек, стимуляция новых клеток эпидермиса. Разновидность легкой чистки лица – карбоновый пилинг. Профессионалы обещают, что вы буквально выйдете из кабинета с прекрасным цветом лица, чистыми порами, со свежим и отдохнувшим видом. А еще он улучшает кровообращение. Процедура подразумевает под собой нанесение углеродного геля, карбонового геля, который будет сцепляться с поверхностными частичками эпидермиса, и после лазерным лучом мы это все сжигаем. Благодаря длине волны, то есть именно неглубокому проникновению, эта процедура не болезненная. Любые виды лазерных процедур красоты – удовольствие не из дешевых. Например, пилинг обойдется от 2 до 20 тысяч. Сумма зависит от количества зон воздействия, интенсивности проникновения лучей и глубины проблемы. Процедура фотоомоложения, помимо лифтинга, мы добиваемся еще фарфорового лица. Это удаление пигмента, сосудистой сеточки на лице. Если нам, наоборот, захочется уже побороться с какими-то рубцами, с расширенными порами, уже заложившимися морщинами на лице, в этом нам тоже поможет лазер. Но здесь мы уже возьмем абляционный лазер. Начинать интересоваться лазерным омоложением специалисты разрешают лет с 30, так что не теряем времени и инвестируем в молодость и красоту.